Всем привет, с вами Фрост, Парниша и Снэйк. Сейчас мы поиграем на карте, точнее на сервере, который дает нам возможность поиграть на карте Skywars или как так. В общем, это баталии Леонида, сейчас нужно сфармить. В режиме Skywars. Дайте мне, да стрел мне дайте, ё-моё. Вот так вот. Походу были твои, да? Да, это были мои стрелы. Да уйди мой меч, захапал, уйди с моего меча. Свали отсюда, мой меч уже скоммуниздил. Коммунисты проклятые понабежали. Сталина на них не хватает, коммунисты ублюдки. Дай мои стрелы! Ты мои стрелы опять спёр. Кто их коммуниздит? Ты их коммуниздишь. Да нет. Да ты в моих стрелах. Ты сейчас свой просрёшь, быстрее. Да меч, осталось 10 секунд, ё-моё, дайте мне... Дайте я хотя просто лучника возьму. Давай, о, даже меч фармил. Отлично, сейчас мы стартанем. Я немного подустал после стрима. Если, кстати, кто не видел стрим, то он на лайв-канале, запись там осталась. Если кому интересно, можете посмотреть. А вам да, интересно, так ведь? Ну ладно, не будем навязывать ничего. Так, о, меч, заговор огня 10. Так, сфармили. О. Так ты в бою или нет? Я в бою, да. А, ну я тоже в бою, да. А ты что, да, ну не пугайте меня, а то бывает в раз... О, жемчужный Эдермен, вот так вот. Так, у меня есть, значит, неубиваемое золотое яблоко. Нифига себе, ты тащишь. У меня нет на откидывание топора. Это очень ага, бывает такая тема. Так, ладно, я не очень хочу идти сразу на центр, страту, но неплохо. Так уж и быть. Там просто кто-то сидит. Я не могу позволить ему тырить. Мои вещи, Спарта! Спарта-пёс! Вот так а вот, Леонид, тебе судья. Там? Я его выкинул. А на середке ты? На середке я, так что не спавим, не беспокойся. Хотя я даже не думаю, может быть, я тебе стоит беспокоиться. Так, вы тихо, подождите, я сейчас просто здесь всю эту фигню соберу. Так, здесь целую кучу всякой фигни, защита, фуфло, фуфло. Да чёрт, фуфло. Он за дерево спрятался. Фуфло. Вот так вот. Вот так вот. ВДВ. Так, хватит одного стака этих бутылок, так, мне это больше не надо. Так, мне как-то надо добраться. Так, быстрее да стрелы. Ты... Тихо, быстрее, нам нужно все пошерстить, пока... Фуфло алмазку. Пока кто-нибудь другой сюда не пришел. Тут одна фуфло алмазка, так что не беспокойтесь. Она уже у меня. Видно, что я очень безбогоюсь. Ну и ты правильно делаешь, потому что она уже у меня. Так, тихо, так, заговор, бесконечность, вот так вот. Я попробую добраться. А, чё тут книга? Отдача 2, это мне пока что не надо. Это мне пока что не пригодится. Отдача 2, мне кажется, это тут самое нужное, самое важное, это на дачу. Да, только нужно уметь это зачарить. У меня, например, с собой нет ничего, чтобы зачарить. Хотя, может быть, взять свой пустой меч и зачарить. Тогда? Слушай, это, кстати, вариант. Так, лук. Лук, а, блин, точно, у меня жопы-то нет, никто не желает пальнуть по мне, нет, никто, нет, не хочет стрельнуть по мне, сколько да, у нас осталось, остался, о, да. Мы только троих выкинули, одного при меня убили, одного выкинул я, в невидимости. Да? Он чё, обурел, что ли, ну сейчас мы с ним разберемся. Стреляй, только я не вижу, кто и где. Мне, кстати, очень понравился режим, потому что здесь в любую минуту может любой пройти к Леониду. В невидимости там. Да? Сейчас мы ему, да, он там сейчас мы ему устроим, сейчас мы ему. Я, это не невидимость, это не... Прогружается. Все равно вали его. Не грузится. Вали все равно. Так, где кто-то? Да я тебе сейчас... Вот так вот. Ладно, я чуть не попал. Тихо. Полегче. Да, блин, я чуть не в тебя не стрельнул. Ты хоть бы там... Когда... Вот смотри, вся лестница сразу так... Па-па-пах! И она сразу так назад летает, да? И вот так вот. Вот так вот. Ударение на вот. Обязательно, это очень важно. Без... О, Бэтмен! Бэтмен! Один сас потонулся, походу. Ама Бэтмен, ну Бэтмен. Где это? Тут... Не, нет. Так, тихо, только меня тут сейчас тут я сделаю борзый, мост. А? А, из динамита. О, динамитный! Где динамитный? Я могу устранить вашу проблему попал с динамитами. Я не надо. Вот так вот, все, я центр, все, центр взят. Центр так, взят, центр. Столица наша. Вот так вот. Эй, кто меня стреляет? А, это твой остров, ну ты уж не обессудь, да? Ты уж не обессудь, ты ведь не обессудишь, да? Да кто там взорвал? Ведь не обессудишь, да? Салют, эпик! Эй, кто стреляет? А если бы... Ты что? Вот, а если бы... А, там с алмазным мечом еще кто-то... Ой, Бэтмен! Ама Бэтмен! Но, хедшот, бьяч! Ой! Нет! Ноу, Бэтмен! А, ты че? Я не хотел тебя убивать! Я укокошил Бэтмена. Бэтмена, как так? Да, подвинься! Так, я... Снэйк, а ну свали отсюда! А, я лечу, в общем... Так, того нету, блин. Да ты Да ты просто мешаешь построить. Да ты дурак, что ли, выкинешь сейчас меня? Я сейчас тебе топориком-то огрею. Так, что у вас тут, значит, есть? Чем у вас тут? Да нет тут... А, я совсем забыл. Я ж не переоделся. Так, у нас кто-то остался. Вот так вот. Где алмаз-то? О, опыт.
Опыт, опыт. Держи алмаз, посмотри, у меня одна осталась. Да, Тиму нам предлагает четверную. Тим? Круто. Ок. Да стой. А, не, я забрал. Ок, защита. Соглашаемся. Срочно соглашаемся. Нам срочно нужна Тима, понимаешь? Он защита. Нам необходим. Это очень ценный персонаж. Где он? Где он? Так. Так, Вадим, мне надо избавиться. А, вон он. Бэтмен! Шока. Опять, ты что ли? Я ж тебя убил, ты че? Ну дает Бэтмен, воскрешается. А я алмазный меч, ну ты могёшь. Могёшь умеешь, ну-ка. Ну-ка, уйди отсюда. Ну-ка, уйди. Кстати, нужно построить там немного баррикад. Там нет. А? Да он Бэтмен, он крысится, подожди. Ну, кто меня ударил? Какая сволочь меня ударил, а? Так. А ну, сознавайтесь. Портос, Полтос и говнюк. Слабость. Вот так вот. То есть, мы три мушкетера, которые садились. Кто у нас Атос, кто Портос, кто Толстопорос. Я не знаю, кто из нас кто. Я лучше буду Полтос. А! Черт, ладно, сейчас мы построим себе баррикаду. Кстати, чё это я фуфлом строю? Чё это за Это так не пойдет. Это так нехорошо. О! Вот давай. Что делаешь? Это вообще-то не я стрельнул. Так, у нас еще один. Это вообще нехорошо, на самом деле, придумал. Хотел я, но стрельнул с тебя, петушок. Где этот? Слушай, Бэтмен, давай ты не будешь обессудь. А вот этот уже ты стрельнул. Небесная. Кто? Это ты, вот кто? Вот парни, что? Что ты? Да ты дурак, что ли? Мне в пукан кто-то стрельнул. Ты... Блин, за какого отсюда. Фига ты меня бьешь? Тот, тебя... Может, вон тот... В меня сзади кто стрельнул, а? Сзади, был... в тебя тот стрельнул. Да ты сзади, он был не сзади меня. Не вот сейчас я в тебя стрельну, и ты улетишь. Да, вот посмотри, я копался в сундуке, так что не надо. Ну, значит, вот этот петушок. Yeah. Вот этот вот с красным гребешком. Ну, давай в Спарту, а? Вообще. Давай в Спарту. Так, где тот-то Бэтмен? А, это может сделаем, короче. Подожди ты, Бэтмен. Может, сделаем пушку из динамита, не? Попробуем, давай. Взорвем свой остров! Взорвем свой остров к чертовой бабушке! Это лучшая идея, что приходила нам в голову. Так, лучше нам нужно построить свой мост к нему. Где он? Я не вижу его. Он снизу, я ему... Стой, подождите, я сейчас к нему пойду. Смотри, чтобы он не вылез. Алай, смотрю. Если он вылезет, предупреди. Предупреди, смотри, не строй свой мост, предупреди. Я тоже хочу делать. Не надо вот только стрелять. Он вылез. Предупредили, ладно, главное вовремя. Главное, что он по мне не попал. Ну иди ко мне, иди к папочке. Иди к папочке. Ну-ка я лучше вот так тогда построю, чтобы он не мог мне ничего сделать. Ты не строй с динамита! А, ну ладно, да, точно, только я могу сломать динамит. Тогда не надо, строй. Пушку можешь сделать, нет? Так вот. Так, никого нету. Так, вот. Давайте только сейчас пока без лука. Сейчас, да подожди ты, все, сейчас мы лезем уже к нему. Все, сейчас будет организована лестница. Сейчас будет АВДВ, такое очень организованное. Да, организованное. Не надо организовывать АВДВ, у нас фонтана-то нету. С чем мы их будем встречать-то? Разольем. А у меня есть ведро воды. Точно, разлей ведро воды здесь обязательно. Знаешь, как спасать? Я тогда разлил ведро воды, и меня как раз скинули, мне так спасло это. Я всплыл обратно, он думал, меня выкинул. А он жемчужину бросил. А он ее в воздух бросил. Дурак. Он не телепортировался. Он не телепортировался, нет? Он не телепортировался, он ее в воздух бросил. Ну, ему повезло, а то он, может быть, телепортировался, вы фиг знает куда. Я телепортировался, блин, на соседний остров. Так он хочет нам ВДВ сделать. Сейчас он нам сделает себе ВДВ. Такой ВДВ сделает. Ему сам рад не будет. А воду лить-то надо? Лей. Так, давай, ставь мне стену, я по стене бегу. Так он влезает. Смыло. А ну-ка ВДВ. Быстро ВДВ. Он сам себе ВДВ сделал. Как-то, да? Ну так неинтересно даже. У нифига себе мы тут построили. Тихо, да что ты меня сразу тут начинаешь? Что построил? Нифига себе мы тут отстроили. Так, все, он ушел, да? Да, он просто прыгнул, все. Вот дурак. Так, ладно, сейчас мы просто бегаем на его островок, посмотрю, что у нас как. Блин, у кого этот топор? Какой топор? Мне нет топора. Так какой топор? Какой такой топор, да? Да, какой такой топор, да чем? Ты вообще о каком топоре, я не знаю, ты че? Ты че тут за зажигалку взял, а? Чтобы было. Я понимаю, чтобы было. Да вы че стреляете? Я хочу взорвать этот динамит. Зачем? Ну чтобы было, ну смотри. Ну смотри, какой хороший динамит, вот так вот просто. Я его взорвал! А походу он улетел вниз, да? Да, черт, он просто свалил вниз. Зачем дерево, блин, подожгли? Ну что, давай, ПВП! 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 Танцуй, бьяч! Танцуй! Стой, танцуй, бьяч! Давай петушиный бой устроим! Я знаю, кто выиграет! Черт, это стрелы. Ну не ломай динамит, он был хорош. Тихо. Ладно, пойду пока заминирую остров парниша. Не надо
ПВП. Я вообще тут наверх делаю себе мостик. Черт, я сейчас сгорел. Вот. Сейчас мы тебе устроим ПВП. Какой у нас еще не ПВП? ПВП у нас тут ПВП. Ох, какой ПВП у нас. Ты же не представляешь, какой у нас тут ПВП. Что вы творите? У тебя бровь скоро разломится, я тебе говорю. Я тебе уверяю, бровь разломится у тебя. Все нормально. Все, короче, ПВП. ПВП! А, нет, посмотрим на эпик взрыв. Давай. ПВП. Эпик. Да ПВП, вот это вот. Давай, рукопашная ПВП. Нет, стоп, все, стоп, все. Стоп, погодите. А мне скоро. Ну, скорее, мне сейчас нет. Стоп, давайте. Вы яблоко, вы съели яблоко, а у меня нет яблока. А, яблоко. Это вообще давай. Бесполезно. Давай, давай быстрее. Ну, ара. А тут нет яблока, у меня нет. О, здесь какая есть... На, тебе яблоко, держи, 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 стой, у меня есть яблоко, смотри, на. Вот так вот. Спасибо, спасибо. Так, яблочко. Все, давай, ПВП. ПВП. Давай, оп-оп-оп. Бык, 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 бык. Да тихо ты, тихо ты, тихо, 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 спокойней, будь аккуратней, спокойней будь. Лава! Спокойней будь. Лава, нет! Да чёрт! Спокойней, говорю, да что такое? Вы никак не умрете. Будьте умирать, будьте спокойней. И Брежнев вас воздвиг. Вот черт, упустил момент. Хватит жрать яблоко, обжора. Тут не нагрелись. Нет, нет. Вот так. О, чё-то что-то умер. Все, яблоко что ли кончилось? Ушел отсюда. Ушел. Ушел Спарта! Спарта! Эй, Спарта, говорю, Спарта, эй, ты горишь. Эй, почему меня убило? А, ты меня убил что ли? Нет. А, я выиграл, я тебя убил. Воу! Я выиграл! Оу-е! Я ведь выиграл, да? Да-да-да, ты выиграл там в чате. Да, шикарно! 200 баксов как с куста! А сколько у меня всего баксов? У меня, по-моему, 1500 баксов. И на них можно купить статус за 2000, можно купить железный статус. И тогда твой ник будет беленьким в чате. Я даже не знаю, это, конечно, заманчиво. О, наркоман! Ты что, наркоман, что ли? Наркоман, что ли? Очень заманчиво. Ну ладно, на этом мы заканчиваем. Поэтому с вами был Фрост, Снэйк и Парниша. Такая небольшая, но все же веселая мини-игра. Можно, конечно, играть... На 32 человека, но там очень долго ждать. Возможно, мы попробуем записать 32, но пока что мы ограничимся 8. Если вам понравится, мы запишем 32. А на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, а то я заметил, что под некоторым видео слишком мало лайков. Не обижайте меня, а то я обижусь. Поэтому ставьте больше лайков. Ну ладно, всем удачи и всем пока. Да, всем пока.